Станции бакинского метрополитена с сегодняшнего утра возобновили свою работу. При входах на станции установлены железные заборы для того, чтобы пропускать пассажирам по очереди. Вход без медицинской маски запрещен. В связи с этим там размещены предупреждающие объявления. Кроме того, во всех вестибюлях и на платформах установлены информационные табло о необходимости сохранения социальной дистанции пассажирами. Такие же предупреждающие объявления были размещены на сиденьях во всех вагонах метро.